В шестой школе с самого утра праздник. Букеты, банты, улыбки, долгожданные встречи после летних каникул. Первоклассники, вам лето понравилось? Да! А в школу вы хотите? Да! Посмотрите, какие замечательные у нас ребята. Первый раз сядет за парту Стефания Сиденко. На ближайшие несколько лет у маленькой девочки есть большие планы. Я хочу учиться хорошо. Одни в начале своего школьного пути, другие уже на финишной прямой. Традиционно первоклассница и ученик 11 класса дают первый звонок. Евгений Поздняков перешел в 11 класс. Он отмечает, что изучение физики и математики дается нелегко. Но есть и плюсы в школьной жизни. Я нашел здесь очень много новых друзей, получил много знаний, потому что школа – это с сильным давлением, и она заставляет учиться, если можно так сказать. Шестая школа входит в число лучших в регионе, а ее воспитанники демонстрируют отличные результаты в учебе, спорте и творчестве. Становятся победителями региональных и всероссийских предметных олимпиад. Мы все знаем, что наша шестая школа является для нашего городского округа флагманской. И те одиннадцатиклассники, которые сейчас находятся на линейке, ребят, мы в вас верим. Мы уверены, что этот год для вас будет, конечно, непростым. У вас впереди единый государственный экзамен. Но вы с честью его пройдете и поступите в лучшие вузы нашей великой России. Гости праздника отметили, что новая современная пристройка станет хорошим стимулом для дальнейших побед. Вы сегодня идете не просто в обновленную школу. Вы идете сегодня учиться в одну из самых лучших школ не только МТИЧ, но и, собственно говоря, Московской области. В новой пристройке расположен большой спортзал и столовая, в которой ребята получили сегодня свой первый завтрак. По словам директора школы, теперь есть возможность более глубоко погружаться в изучение физики, биологии, химии, черчения и других предметов, потому что в новом корпусе появилось 10 профильных классов. У нас в образовательном комплексе два школьных здания. И в эти два школьных здания у нас сегодня пошли 2133 ученика, из них 208 первоклассников. Среди первоклассников есть необычный класс, который будет участвовать в проекте «Эффективная начальная школа». У ребят непростая задача – в первом полугодии пройти программу первого класса, а во втором – второго. Таким образом, на следующее 1 сентября они перейдут сразу в третий класс. Ускоренное обучение могут освоить дети 7-летнего возраста. Татьяна Горностаева, Первый Мытищинский.